И сегодня же в ходе телемоста стало известно, что представители Ассамблеи народа Казахстана собрали больше 130 миллионов тенге для пострадавших от землетрясения в Турции. Гуманитарную помощь на 55 миллионов тенге также отправили группы этнокультурных центров страны. В День благодарности были поощрены гражданские активисты. Говорили и о работе АНК в новом формате. Перед ними поставили задачи на ближайшее будущее. Также был дан старт республиканскому форуму «Караван милосердия». Это действительно стало для нас, для всех, таким индикатором зрелости Ассамблеи, когда без всяких призывов и слов отреагировали все этнокультурные объединения по всей республике и ни словом, а делом помогли братскому народу Турции. Так же самое происходило и с ситуацией в Экибастузе, когда потребовались и руки, и потребовалась гуманитарная помощь.